Завеса церковная. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое завеса церковная? Завеса церковная, или катапетасма, это занавес в храме, располагающийся за царскими вратами со стороны алтаря, закрываемый и открываемый в ходе богослужения в соответствии с чинопоследованием церковных служб. В зависимости от моментов богослужения завеса может иметь различные символические значения. Так, после великого входа и поставления честных даров на престол и покрытия их воздухом знаменует снятие Иисуса Христа с креста и положение во гроб. Закрытая завеса символизирует камень гроба Господня и приставленную к нему стражу. При возношении святых даров и раздроблении святого Агнца Спаситель мира закалывается и дает себя вснеть верным. Совершается таинство, которое не только для людей остается непостижимым, но в которое не могут проникнуть и ангелы. Поэтому завеса закрывается. А закрытая завеса во время причащения священнослужителей в алтаре, знаменующего Тайную Вечерю, напоминает, что это великое событие новозаветной священной истории совершалось в тайне от людей. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек — знанием. Да храни вас Бог!